схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. А это стартовая расстановка гостевой команды. Посмотрим, какие тактические сюрпризы тренер приготовил сопернику. Пока ничего необычного. Стандартные 4-5-1. Тема 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. А это стартовая расстановка гостевой команды. Посмотрим, какие тактические сюрпризы тренер приготовил сопернику. Пока ничего необычного. Стандартные 4-5-1. Тема 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. А это стартовая расстановка гостевой команды. Посмотрим, какие тактические сюрпризы тренер приготовил сопернику. Пока ничего необычного. Стандартные 4-5-1. Тема 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. А это стартовая расстановка гостевой команды. Посмотрим, какие тактические сюрпризы тренер приготовил сопернику. Пока ничего необычного. Стандартные 4-5-1. Мой коллега Константин Генич, всем привет. И смотрим мы сегодня не просто футбол, а игру в новом режиме «Царь горы». Отличный футбол ждет нас сегодня. Отличный день сегодня для футбола. Я тоже всех приветствую и с нетерпением ждем начала матча. Режим выбран очень интересный и сложный. Владение мячом сегодня может принести игрокам значительные дивиденды. Конечно, если получится не давать мяч сопернику в определенных зонах. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Итак, тренер сегодня выбрал схему. Команда начинает эту игру. Поехали. И борьба за мяч тут. Переходят они в атаку. Будет штрафную подавать. Прошел он соперника. Очень вовремя защитник играет на вынос. Франко Ди Санто.